Чедыхольской центральной районной больнице было организовано маммографическое обследование. Обследование прошло по договоренности с Республиканским центром медицинской профилактики. Работа проходила в рамках мероприятий «Розовая лента» с целью раннего выявления злокачественных новообразований и сохранения женского здоровья. Всего в течение дня обследовано 47 женщин старше 39 лет, прошедших предварительное анкетирование и имеющих жалобы, в том числе и оказавшихся в сложной жизненной ситуации. По словам врачей, каждая женщина может самостоятельно обследовать молочные железы. Отмечается, что до 70% случаев опухоли молочных желез можно выявить самостоятельно.